Один из самых опасных элементов фаер-шоу «Бриз» мастерски выполняет актер театра огня Вольфрам. Одно неверное движение и обжигающие языки пламени могут оставить его без бровей. Словно египетская богиня Сехмет, Диана Чуносова с малых лет с огнем на «ты». Горячие пои, веера и зажигательные танцы – ее стихия. С 8 лет без страха оттачивает свое мастерство и поджигает фитили. Огонь надо любить. Потому что если огонь, он чувствует очень сильно. Потому что если вы не полюбите огонь, страх будет всегда. И огонь это чувствует. Он будет вас обжигать и много-много чего. Его надо любить и с ним работать. А вот уже, казалось бы, совсем не женской работой заливать инвентарь керосином перед выступлением занимается мама Дианы Елена Чуносова. Поистине огненная семейка. Мы сжигаем около 15 литров. Да, и плюс мы еще задействуем некоторую пиротехнику, это у нас спецэффекты. Хлопушки, петарды, форсы, фонтаны. Роб Дарт превращается в огненную комету, а Став – пылающий меч. Элементы китайского ушу и средневековых боев. Актеры работают в нескольких техниках одновременно. На свой страх и риск я решила довериться повелителю огня и поучаствовать в интерактиве. Что будет происходить, я не знаю. Ресницы и волосы на месте. На очереди следующий реквизит – Double Staff. Тепло, даже жарко. И, казалось бы, самое страшное позади, но нет. Осталось победить дракона. У меня остался гореть меч, значит, я победила. Драйв, адреналин и жар. Только так можно описать эмоции во время работы с огнем. А ведь искру можно зажечь в каждом. Наталья Жадько, Руслан Хохлов. Утро нового дня.